По статистике, в мире с синдромом Дауна рождается от 3 до 5 тысяч детей в год. Министерство здравоохранения Республики Беларусь совместно с Детским фондом ООН развивают систему раннего вмешательства и создают спеццентры. Один из таких – детский дом-интернат для детей с особенностями психофизического развития в Минске. Сегодня в нашем доме-интернате 94 подопечных. Из них 4 находятся на дневном пребывании. Это услуга, которая позволяет освободить родителей от ухода. Суть в том, что к нам приходят дети с 8 и до 8. Здесь они у нас получают уход, обучаются. Мы с ними проводим ряд воспитательных мероприятий. Весь персонал относится к солнечным детям с любовью и лаской. Рисование, лепка, вязание – такие занятия проходят в интернате каждый день. Это помогает детям развивать творческий потенциал, усидчивость и дисциплину. Дашенька, давай небольшие кусочки, небольшой кусочек. Знакомьтесь, Света и Саша. Как и многие истинные леди, они любят следить за своим внешним видом. Губы, глаза, ногти не останутся незамеченными. Этот набор для макияжа Свете подарил родной папа. Дайте понимать. Ну, Александра. Нет. Еще одно любимое занятие Саши – спорт. Именно в этой комнате особенные дети учатся ходить и развивают координацию. У нас имеется данное пространство, именуемое комнатой совы. Пространство для физической реабилитации, в котором есть много тренажеров, такие как инерционный стол, вибро-платформа, свинг-машины. Элементы светотерапии нужны для того, чтобы дети смогли прийти, расслабиться и перегрузиться. В доме-интернате для детей с особенностями психофизического развития есть собственный контактный зоопарк. Игривая собака по кличке Любик, кролики, куры, овцы и даже фазаны. Была Божья такая воля об этом месте, чтобы такое было тут место такое для детей, куда можно прийти, как-то вот с природой как-то соединиться. Я думаю, что это очень благоприятно воздействует на детей. Причины возникновения синдрома Дауна до конца еще не изучены. Ученые выделяют важный фактор – возраст. Чем старше беременная женщина, тем выше риск рождения ребенка с этим генетическим заболеванием.